Белый блондин. Толпа блондин. Рохов еще писал. Так, ладно, давай. Говоришь там аулы. Мы рассчитываем на полный бой, что всю дистанцию пройдет, потому что соперник тоже неуступчивый очень. Но также я, если попадется какая-нибудь возможность удосрочить стойки или в партере, мы обязательно воспользуемся этим моментом. Да, это ответственность, я думаю, потому что я второй турнир подряд открываю карт. И мне кажется, если мы зададим хороший бой, покажем хороший красочный бой, то турнир начнется ярко. Ну, если турнир начнется ярко, то я думаю, так и продолжится. Вообще это отличный турнир, отличный карт, я думаю, будут очень зрелищные бои. Поэтому всех приглашаю 24 декабря на ЦСКА арену. Сколько? Они такие, они небольшие. Мы готовы подписать постер. Супер. Теперь попа стоим на этом месте. И выпады, удары. 5 секунд примерно. Какие вам нравятся? Раз, два, три. Опустили. Я чаю больше. Прямая ли такая? Прямая. Прямая. Убрал. Все. Все, спасибо. Удачи. Счастливо. Все решили татуировки свои оставить, не отвечаю. Вот я вижу, меня все время встречаете с колой, спасибо. Хочешь, это был зарядиться? Да нет, спасибо, я и так заряжен. Ну, как бы я слышал про него раньше, но... Жизнь. Как-то так, я там пока разбирался с заселением, тут мне не до этого было ничего. Я еще приехал, да. Пока есть хочу, а там пить, так не до этого. Может, перекусить куда-то сходить? Да, да, да. Сейчас вот как раз мне колу предложили, я вот как раз сейчас забираю и пойду. Состояние выше среднего. Заряжен. Выгляжу нормально? На сборах был в Кисловодске. И основную тренировку проходил, основной кемп, скажем так, был в школе Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. И сам по себе двигался. Как мне по кайфу. Это же все тоже. Да, сейчас устав закончит, там подписывай. Нормально? Много осталось. 6. Это по плану? Ну да. Состояние уже тоже у тебя хорошее. На следующий год тебе надо размер больше. Нет? Пока нормально все. Нормально? Ну это обычно, да, твое состояние? Нормально. При весовом. Да. Как будто вообще не гоняешь. Да нет, у меня 20-ка получается, если все вместе. Здорово, да. Так, да. Ну я так пару залов тоже ходил еще, борцам. Ничего себе. Ну вот я же говорю, каким-то внезапность будет, если ты первый проходишь. Все. Не исключено. Видишь. Ага. Опа, да. Вы на кичи. Разворачивайте с камеры. Встаете. Стой.
Какой стоп? Да. Пошел или прошел? Как вам удобно? Можно? Я тебе больше нравится. Сейчас. Туристически, может, похоже, есть кто-то. Да, любой, я думаю, соперник 77 килограмм. В ACA, как бы, ну, достоин уважения. И подраться с ним, чтобы... Да, видишь, мое место уже подсидеть хотят. Свято место пусто не бывает. Да, но, значит, надо постараться с минимальным уроном закончить этот бой и провести эту чертову разборочную. Потому что про нее вопросов больше, чем про сам поединок. И причем у меня два сценария. Если будет разборочная с тобой, и если будет разборочная с Юсуфом. И то, и другое. Будет интересно. Вот так, да, ты меня уже заменил, да? Да, это жизнь такая, братан. Спасибо, спасибо, ребят. Беспредел перешло. Не бывает, спасибо. Разборочная без Махно будет назвать.